Today, I've gotten uh, an email from one of the listeners/slash um, viewers of my YouTube channel saying, Hi Natalia, thank you for wonderfully clear and beautiful recitals. I'm a beginner student and I'm enjoying listening to various voices, accents, reciting Russian poetry. It's helping me with my pronunciation. In particular, if it is not too much to ask, could you possibly upload a recital of Lotova жена» by Anna Akhmatova and Silentium by Tuchiv? I would be most grateful. Thank you again. Well, Farah, I hope I pronounced your name correctly. It would be my pleasure. Анна Ахматова Лотова жена Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга «Бытия» И праведник шел за посланником Бога. Огромный и светлый по черной горе. Но громко жене говорила тревога. Не поздно, ты можешь еще посмотреть На красные башни родного Содома, На площадь, где пела, на двор, где прила, На окна пустые высокого дома, Где милому мужу детей родила. Взглянула и скованные смертной болью глаза ее больше смотреть не могли. И сделалось тело прозрачной солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавший жизнь за единственный взгляд.